Добрый день, мои дорогие друзья! А сегодня мы с вами будем готовить горячие бутерброды. Кто-то назовет их мини-пиццей. Да, короче, называйте как хотите. А мы делаем горячие бутерброды. Первым делом, что нам надо, включить духовку. Духовку надо включить на 180 градусов. Пока духовка разогревается, мы с вами нарежем бутерброды. А что нам для этого понадобится? Сейчас все покажу. Нарезной батон. Пол палочки колбасы. Грибочки малосоленые. У кого нету таких грибочков, можно взять большие грибочки, у кого есть, и мелко их порезать. Одна чищенная луковица. Также нам понадобится сыр натертый. Скажете, все, нет. Нам еще понадобится кетчуп и майонез. Начинаем с нарезки колбаски. Нарезать будем ее мелкими квадратиками. Я думаю, будет достаточно. Нарезать будем, как я сказал уже, мелкими квадратиками. Продолжаем. Ну, принцип вы поняли. Масса нарезана, отправляем ее в тарелочку. Теперь, дорогие друзья, приступаем к нарезке лука. Лук нарезаем тоже мелкими квадратиками. Это, сказать можно, самое трудное. Нарезать колбасу и лук. Так как у нас сыр уже натертый. Сыр мы купили натертый. Режем лук. Как я и сказал, лук нарезаем мелко. Ну что, дорогие друзья, нарезан лук отправляем тоже в тарелочку. Теперь, дорогие друзья, нам надо высыпать грибочки и сыр. Вот что у нас получилось. Теперь кладем 2 ложки примерно майонеза. Ну и кетчупа. Все кладете по вкусу и по цвету. Ну вот, добавили мы кетчуп с майонезом. Теперь это все тщательно перемешиваем. Начинка перемешана. Теперь выкладываем на батон, на кусочек батона. Вот так должно у вас получиться. Выкладывать сюда будем на противень, покрытый пергаментной бумагой. Так, куда хотите, вот так аккуратно положили. Продолжаем. Ну вот, дорогие друзья, бутерброды разложены. Теперь их убираем в духовку на 5 минут. Ну вот, дорогие мои, и прошло 5 минут. И как я сказал, надо готовить 5 минут. Не надо ждать, когда они там будут розовенькие такие вот, поджаристые. Смотрите, я сейчас покажу. Блин, кричу. Видите, они снизу уже пожарились. Пережаривать не надо, будут невкусные. А вот сейчас они самое то. Сейчас остынем немножко, и мы с вами их попробуем. Ну вот, посмотрите, сколько у меня много получилось бутербродов. Как говорится, делайте один раз, и будете делать всегда. Батон почти ушел весь батон ушел. А съедается это еще быстрее, чем готовится. Как я сказал, готовится 5 минут. Можно так было и сказать, бутерброды за 5 минут. Все прожарилось, и на вкус должно быть хрустящее. А дальше, как говорится, свежий заваренный чай и бутерброд. Приятного всем аппетита!